Девочки больше нет. Жаль. Она была хорошим человеком. Когда вернемся, надо будет выпить за нее. Что с пауком? Его больше нет. Хочешь взглянуть на него? Я не хочу больше чувствовать это в своей голове. Гомес, где Чейзер? Я нигде его не могу найти. Все в порядке, шеф. Он сидит рядом со мной. Мы едем домой. Он заблудился в гавани, и мне пришлось его искать. Мы что-нибудь пропустили? Не спрашивай. Я потерял слишком много людей в маленьком Токио. То есть? Что они там забыли? То, что вам придется доделать. Встретимся через полчаса на моей площадке в аэропорту. Понял, шеф. Будет. Что стряслось, Валеру? А, вот и вы. Пока вы шатались черт знает где, я организовал карательную операцию в маленьком Токио. И это только начало. Пора ловить крупную рыбу. Они ни за что не подумают, что мы решимся снова их атаковать и ударим их в самое больное место. Вмажем по большому дракону и его номеру в Харрисоновском пансионе. А гавань, некоторые из его подручных торчат там уже несколько часов, наслаждаются ложным чувством безопасности. Ваше задание, ни много ни мало, расправиться с Агавой и Большим Драконом. Вертолет высадит вас на крышу пентхауса. Гомес будет за пилота, а Чейзер войдет в отряд Альфа. Возьмите оружие из машины и не возвращайтесь без их голов. Теперь ты. Если снова облажаешься, как на станции, я тебе башку оторву. Пульт управления твоим пауком всегда при мне. Я его храню как талисман. Не забывай об этом. Чейзер, вы в маленьком доме. Ты уверен? Гомес нас предал?
Думаешь, сразу обоих? Прямо сейчас? Ну что ж, кого первым? Всего доброго, мистер Чейзер. Командир Альфа, как слышишь меня? Я командир Альфа, слышу вас хорошо. Что случилось? Как ваши дела? Чейзер с вами? Никак нет, штаб. Некоторые из моих людей не смогли приземлиться в установленных точках. Чейзер был среди них. Прием. Альфа, Валера мертв. Повторите, штаб. Что-то со связью. Прием. Повторяю, Валера мертв. Его машина взорвалась в аэропорту вскоре после вашего отбытия. Главный подозреваемый Чейзер. Его видели в маленьком Токио. Наверняка договорился с Якудзой. Попытка активизировать его паука провалилась. Скорее всего, он смог от него избавиться. Если кто-нибудь из твоих людей наткнется на него, уничтожьте Гарнами. Вас понял, штаб. Уничтожить Чейзера. Конец связи. Кто уже пытался? Может быть, он еще даже не долетел до земли. Чейзер! Тебе конец! Вы наверняка знаете, кто я такой. Точно так, господин Чейзер. Вы многим знакомы. Теперь особенно многим.
Но я сгораю от любопытства. Ты достали мою карточку. Мне ее дала Симака перед тем, как ее застрелили люди Валеро. Ах да, я слышал об этом трагическом событии. Итак, чего вы хотите? Мне нужно улететь на Марс. Вот как? Карточка очень удобна, но недостаточно безопасна. Могу я просить вас о личной встрече? Когда и где? Через 3 часа. Рейдроуд, дом 132. Это склад компании «Портленд и сыновья». Вы сможете туда добраться? Безусловно.
Thank you.
Сюда!